Celia. Вошел штрафную, ну, можно бить. Обвел второго. Удар ворота. Гол! 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 Виталий Тарателья за 3,5 минуты до конца встречи забивает мяч в ворота Карл Сейса. 2-1. Вот великолепно. Двух обвел. И низом правый нижний от вратаря угол. Виталий Тарателья выводит вперед динамовцев Тбилиси. Они близки к успеху, динамовцы Тбилиси. 3 минуты надо выстоять. И победа. Но эти 3 минуты надо сыграть максимально внимательно.